Остановилась тут на заправочке. Просто очень-очень хочется снять. Посмотрите, какая красота, какая идиллия. Это вот перед въездом в деревню нашу. Вот возле тех теплиц я вам как-то показывала, была там. Вот на мостик туда, вот там те домики с той стороны, это они стоят с той стороны Рейнского канала. Здесь посмотрите, какая красота. Там такая красивая старинная аутентик Бурдарай. Ферма. Ну вот, небо какое, а. Ой, там малыши, малыши ясли такие побежали. Черненький один. О, ветер. Такие облака красивенные. Как в этом фильме сказки 12 месяцев, как там старая королева или фройлина там какая-то говорит, я без ума от природы. И сразу же это исказили. А ведь действительно можно быть вот, да, в таком восторге от природы. Боже мой, посмотрите, как это облако быстро движется. Какая красота. А стою я под дубом. Смотрите, дубовые листики, молоденькие. И вот рядом я стою, вот такие веточки. Разве это не идиллия? Вот такая красота. Здесь вот крапива молоденькая какая уже. Приближаю, поэтому дрожит. Облако роскошное. Вот такая красота. И вставлю вам сюда в конце небольшие видео, которые сделал мой муж сегодня, вот буквально рядом с домом. А теперь хочу вам пожелать хорошего настроения, хорошей погоды, вот особенно в это время, в эти праздники, чтобы все вы были здоровы, счастливы, любимы. Собственно, никакая плохая погода не может испортить нам настроение, кроме нас самих, да? Ну, и что такое плохая погода? Все относительно. Вот после дождя, ветра и пасмурной погоды больше оцениваешь и любуешься вот такой красотой, когда солнышко. Хочу вам показать. Посмотрите, какой кустик цветет. А там вон маки. И вот какие-то колокольчики. Такие кустики будут потом с такими желтенькими цветочками. Вот они, я так понимаю, будут укрыты полностью.
смотрите, здесь вот можно собак помыть, вот слева. Там специальные ванны такие, где вы можете вымыть собаку. А тут сзади машину. Ой. Доги вас. Так. Вот видите, форс-хоту. Для тех, кто интересовался, где я живу. Вот здесь, в этой деревне, в Южной Голландии, провинция Южная Голландия. Вот воскресенье 12 мая, мамин день у нас празднуют. Обычно это второе воскресенье мая. Я вот все время забываю папин день. Третье воскресенье июня или второе воскресенье июня. Вот не хочу сейчас уточнять, чтобы не соврать. Скажем так, тут что-то роют, что-то делают. Ремонтируют. А как мне быть? Буду ехать. У меня был красный, но там все закрыто. Вот, видите, какой-то... Что-то они делают, что-то будут менять. И посмотрите, эти деревья уже какие листья большие. О, тут полностью прям сняли тротуар весь, часть газона. Что-то меняют. А район-то новый, что это они меня в новом районе? Ну, как новый, он уже, наверное, лет 12 этому району. Но все равно считается новым. А здесь вот листики еще маленькие. Видите, флаги, флаги. Такой кустик сирени, смотрите, ну она такая миленькая, светленькая такая.
Красивенькая. И здесь такой флаг развивается. И здесь.